Заходите в гости. Можно? Конечно. Класс. Я в салон. Что, чаем напоим? А? Стреляю. А ви відводите, приїхали війська? Ми приїхали. Побачити, як люди до цього відносяться. Побачили, що люди кажуть. І що кажуть? Відводити треба. Люди кажуть. А нам вони весь цей час, поки ми тут знаходились, сказали, що не треба. Ми вже робили такі кроки з відведення, з розведення, і після цього ми заплатили дуже велику ціну. Ті, хто йдуть от такими шляхами до перемир'я, вони, намагаючись швидко вирішити питання, вони, як правило, отримують і ганьбу, і подальшу війну. Ми бачимо, як поводить себе Росія, Абхазія, Карабах, інші всі відносини. Коли ми дуже намагаємось швидко це зробити, ми самі себе заганяємо в рамки певні. Чим вимірюється швидкість, про яку ти тільки що сказав? Коли йдуть дуже швидко? Я вимірю так. Гинуть люди. Щодня повідомлення, поранення, вбиті і таке інше. Ось час, яким я користуюсь. Ми може і не вирішимо всю цю історію. Може бути. Ми хочемо, хоча б намагаємось це зробити. Все одно будь-яка війна, вона закінчується будь-якою дипломатією. Будь-яка війна. Ми розуміємо, що ми за Україну і про Україну, як ви часто кажете про це. Я не розумію, навіщо ми знову-таки так біжимо туди, от в ці перемовини? Знаєте, та можемо навіть ні з ким не говорити, а просто продовжувати. Це треба робити, однак треба зі своєї сильної позиції. Говорити треба? Звісно. З ким? З тими, хто впливає на процес. Я не знаю. Можна скажи прямо серед своїх побратимів. Говорити треба з Путіним? В том числе. Но только сильная позиция, сильная карта. Да не надо без громких слов. Я спрашиваю, ну, говорить надо с Путиным? Конечно, надо. То есть? Здрасте. И хочу узнать, как это быстрый, длинный путь? Вот мы сидим в подвале. Да, так мы сейчас спаться как? Парнями вот и спрашиваем. У ни у кого нет видят, ответа. Знаю. Представим, что мы просто с нуля как говорим. Как это длинный путь? Не занимались. Сейчас можно сказать, для нас это не стреляют. Да, стреляют, да. Правильно. А когда просто... у меня вот здесь рвутся мины... Пойдемте, я покажу. Вот здесь, вот тогда стреляют. Последний дом. Да ты просто неправильно, я тебе объясню. Ты уцепился в какую-то спорту, что нету стрельбы. А что ты цепляешь? Ну, тебя что... они тут живут. Мы не цепляйся про глины, за то, что они говорят. Так я же говорю. Ты не... Простите, пусть перестанут стрелять. Мы просто хотим мира. Вот мы с погребом, погреб. Хлопцы. Сколько можно? По кругу. До побачення. До побачення. Щасти вам. Так где же там, мы же не зашли к ним. Кому? Оружие не посмотрели. Можно? А там есть? Сказали, что под кроватью есть. Да? Пацаны, я, ну смотрите, мы же опять, сейчас опять будем, Денис, перейдем к беседе. Ну, я же тоже не приехал с правоохранными сейчас органами, не зашли в дом, не устраиваем. Ну, мы же нормальные мужики. Так я вам и говорю, хлопцы. Так подождите, а где, ну, жители вот местные, что говорят, что пацаны, мы... Пацаны, я, ну что, пойдем показать место вам или что? Нет, так, ну вот, женщины живут рядом. Смотри, ну сейчас мы уже сейчас серьезный уже разговор. Мы же ну, про честные, серьезно. Порядочные отношения. Конечно. Я вам просто говорю по-человечески, и я имею на это все законодательные права. Mm. Я вам говорю же не угрожая ничем. По-человечески, пацаны, уберите оружие. Все, его что нет. Я тебе сказал. Ну, где? Покажите, где у меня оружие. То есть ты считаешь, что ну, ты чем хочешь? Чтобы я зашел сейчас в дом, так показал, нет? При чем нет? Здесь, ну... Я задал сейчас пока вопрос уже серьезный. Хочешь, чтобы я сейчас зашел в дом, показал, так где? Так при чем здесь это? Вы говорите, типа, уберите, мы что, его держим я в руках? Я тебе еще раз говорю, Денис, услышь меня. Так это серьезные слышу. Вещи уже пошли. Я понимаю, ну... Я просто вам сказал, вывезите оружие. Слышите, пацаны? Еще один момент. Вчера по Украине были акции, где? Хотели, ну, по всей Украине были, в 1 часов по ДДА. Там у нас, допустим, еще в Николаеве вменяемый губернатор там еще вышел, взял, да, чтобы вам передать сообщение о том, что люди, которые собирались на эти акции, хотят с вами, ну, не капитуляции, хотят конструктивно пообщаться, чтобы как-то, ну, ваши обещания, в принципе, мы все слышали о том, что демилитаризация, украинский казан, мы бы хотели это все обсудить и формализировать, чтобы потом не было, как у Петра Алексеевича. Ты со мной хочешь формализировать отношения? В меморандуме.
Я с тобой? Не я с вами, а все люди, которые в этом процессе, те, которым боли за Украину. Яка капитуляция, про что так? Формализация. Я пришел, тебе сказал, вы оружие вывезете, а ты меня переводишь стрелки. Так я вам второй момент уже озвучил, я вас услышал, вы сказали. Смотри, ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать, Денис, ты не понял. Так я вам ультиматум, я говорю, это были люди. Нам за эти оружие забрать? Так при чем здесь, я вам говорю за второй момент. Я не понимаю, чем мы закончим сейчас разговор. Так мы нормально общаемся, Давай нормально общаться. Ну, никто же вас не пытается макнуть никуда. Вам передали то, что происходило в Украине, то, что люди кто еще по передал? Украине. Я же тебе говорю, ты мне скажи, так я вам говорю, по Украине были акции. Денис, по Украине вчера прошел дождь, вот что я слышу. Ну, я вам рассказываю о том, что где происходило. Где акции? Кто мне что передал? Я говорю, давай, что так ты... Так вот я вам и говорю, что люди... Хотят встречи с вами. Какие люди? Нет, которые вышли на мероприятие под... Фамилию ты можешь мне сказать или нет? Ты что ты в самом деле? Ну, хотите, Плеханов, Кухарчук, ну, это по разным областям. Ну, Денис, это же дальше. Так не делается. Ну, так не, ну, так не, спросили, еще, я подожди, передал. Вышел Стадник вам, Николаевич? Да. Ну, наш губернатор передал Стадник, письмо. Да, или что вы ему там... Передать не, президенту. Вернее, вы ему передали. Конечно, конечно, для президента. Ну, он мне передал, вот. Я прочитаю. Ну, так вы же спросили, что там было. Я вам и рассказываю, что, собственно, Денис, в этом письме. Вы же сами спросили Денис, только что. Денис, послушай. Да. Я президент этой страны? Конечно. Мне 42-го. Я ж не лох. Ну. Я тебе пришел и сказал, оружие уберите. А ты меня не переводи на акции. Причем мы тогда с вами уже поговорили, вы потом спросили за следующее. Я не поговорил с тобой, я хотел увидеть в глазах понимание. Ну. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит, и переводишь меня на другую тему. Так какая другая тема? Мы уже этот момент обсудили, я вам следующий мы сказал. Нет. Еще один я момент. Я услышал, что окей, ты мне скажи ок, все. Ну так у нас нет оружия в руках. Ну, нет, это значит, ты меня не услышишь. Ну слушайте. Парни, это я вам сейчас сказал серьезно. Смотрите. Так, все. Мы услышали письма вас. Письма мне хорошо. Передают, письма, Денис, передают, я рассмотрю, нет проблем. Я ну. Да, на все так мы вам просто проговорили и все. В чем разница? Нет, ты же сказал письмо, мне надо. Не, и письмо люди передали. Вы спросили, что в нем. Я вам объяснил, что в нем. Ну так вот передадут письмо, ну, будем это самое. Ну, а оружие то, что в доме есть, мы об этом знаем. И ну поэтому парни, послушай, смотрите, ну, устаем останавливать объекты. Устаем, начинаем уставать. Смотрите, есть, смотри, демократия, смотри, то, что есть. А есть ситуация в стране. И от демократии, и от каких-то серьезных вещей незаконных, смотри. Ну, пожалуй, мы к вам сейчас серьезно обратились. Просто по-человечески. Просто уберите. Потому что, парни, вы воевали. Поэтому просто уважаем. Нет, так мы уважаем закон, мы все по закону делаем. Парни, будем делать по закону, только не более, не парни, менее. Парни, я вам сейчас сказал. Мы вас услышали. Пока, хлопцы. Хорошего удачи. Дня. И вам. Здравствуйте. Владимир привет. Привет. Рада видеть вас. Да. Прекращайте, чтобы війни не було в нас, щоб у нас тихо було, щоб отак вот ночами не стріляли. А ми за Україну хочемо жити на Україні. Правильно. Я хочу жити тільки на Україні. Правильно. Що ми зробили? Вон по телевізору передають і от там по тому, по юзванні слухаю, передають. Значить, що ми сиропатісти якісь. Ви не сепаратист. Ви не сепаратист. Ну, нас надо. Один чоловік сказав, що ми сепаратист. Я сказала, я тебе уб'ю за ці слова. Таке, хай я сиджу в тюрмі, але я уб'ю за свої слова, що я сепаратист. Доброго дня. Доброго дня. Ой, ми молодой. Покись. Дітьо. Внук. Ну, нормально. Конечно. Ой, мама Мия. Хороший только с хорошим. Ну, слава Богу, да. Ну и что? Ну, пенсию разов 5 увеличить. Я сказал с хорошим, а не с очень хорошим. Это все. Да, разумею. Мир, Анна. Мы надеемся на вас, конечно. Ложиться спать, спокойно вставать. Отведут? Ну, хотите? Конечно! Ну, что? Будем делать. Мира хотим. Будем хотим делать. Владимир Александрович, да. Нужно отводить. А скажите, пожалуйста, остались дети, внуки, ну, некуда ехать. Да. Блокпост, это очень далеко проезжает. Мы поэтому и приехали. Пожалуйста, ну как-то... Наша сторона открыла Капово. Не, ну мы знаем. Мы готовы. Та сторона не открыла. Разговаривать нужно. Так,
А ну, той стороны, Владимир Александрович, там нет таких условий, как у этой. Будем говорить об этом. Мы понимаем, но тем не менее. Нема, нема ни грошиков. Ну, надо домовлятись. Когда будет разведение? Мы готовы. Мы готовы. Нет, скоро. Готовы. Мы вообще готовы. Я приехал убедиться, что люди хотят разведения. Хотят. Потому что нам там демонстрации устраивают в Киеве. И да, и они нам все рассказывают, что они хотят вас защитить. Не от надо. Нас. Вот. Поэтому и мы хотим, мы и приехали. Потому что наши военные молодцы, они все готовы, мы готовы к разведению. Здравствуйте. Классно, что кофе с молоком, еще это марш. Не, а просто каву можно, да? Конечно. Продается? Да. Дай ты выдвать. Да, в магазине все есть. У них, у людей денег нету просто. Ну, да. Для детей все. Все маленький магазинчик, но и уютный у нас. Не слушайте, не забывайте. Мы только хотим мира, разведения и мира. Все. Понимаю. Все у нас есть. Все у нас есть. Від особового складу 72-ї бригади імені Чорного Запорожця, від себе особисто, хочу вам на згадку подарувати такий наш шоу, нехай він достойне місце займе, там, де ви визначите, і будьте впевнені, що... Ну, тут неможливо носити. Все. Ні-ні-ні, вам важливіше. Це нормально. Цепляй. Да? Конечно. Класно. Ну, класно. Будьте впевнені, що всі заходи ми виконаємо, всі завдання поставлені. Головне завдання – збережіть себе і військовий спорт. Так, слухаю. Найголовніше. Хлопці, дякую всім, бережіть себе, дякуємо за все. Щасливо.